Просвіта, телеканал Миколаїв, в ефірі програма «Це вас хвилює», в студії я, Валерія Суботіна. Сьогодні, як завжди, по середах ми зустрічаємось з вами, щоб присвятити бесіді, присвяченій юридичним питанням. Тема нашої програми сьогодні – зміни в системі безоплатної правової допомоги, її розвиток, особливості виїзду дитини за кордон. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете зателефонувати до нас у студію за телефоном 76 92 42. Ми звернулись за відповіддю до досвідчених експертів. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії заступник начальника першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пазурчик Вікторія. Здравствуйте. Та головний спеціаліст організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іванюк Наталя. Здравствуйте. Вітаю вас, пані. Перше питання у мене до вас, пані Вікторія. Які зміни відбулись у розвитку системи безоплатної правової допомоги? У нас на сьогоднішній день осуществляється реалізація пілотного проєкту Міністерства юстиції України від 17 іюня 2016 року. Проєкт по прийому і видачі державними організаціями документів в відповідності з порядком державної реєстрації юридичних ліц, фізичних ліц, підприємців, які не мають статусу юридичного ліца, місцевими центрами предоставлення безплатної вторинної правової допомоги. В початку іюля проведено було з цілею реалізації даного проєкту ряд мероприятий, региональными центрами и также местными центрами предоставления бесплатной правовой помощи совместно с территориальными управлениями юстиции по всей Украине и также с государственным предприятием национальной информационной системы. Работники центров прошли обучение в формате семинаров, и территориальное управление юстиции в Николаевской области обеспечило всеми необходимыми документами, методическими рекомендациями. То есть на сегодняшний день уже сотрудники центров готовы консультировать граждан касательно приема выдачи документов именно по регистрации гражданских объединений. Давайте нагадаємо нашим телеглядачам, що таке безоплатна первинна та вторинна допомога. Первичная правовая помощь, она у нас представляет собой ряд услуг, да, это предоставление разъяснений правового характера, консультации, также составление документов, которые не процессуальные, заявления разного рода, также медиация, то есть это у нас разрешение вопросов путем переговоров в несудебном порядке, и предоставляется эта помощь всем лицам, которые проживают либо находятся на территории Украины, то есть те, кто находится под юрисдикцией Украины. Вторичная правовая помощь, она предусматривает собой защиту от несправедливых обвинений, представительство интересов в судах, органах государственной власти, местного самоуправления, а также перед другими лицами и составление документов процессуального характера уже. Вторичная правовая помощь, она у нас предоставляется определенным категориям граждан, которые перечислены в статье 14 закона о бесплатной правовой помощи, и необходимо в центр обратиться, да, и предоставить определенный пакет документов, чтобы получить вторичную правовую помощь. Так, дякую вам. Пані Наталя, хто на сьогоднішній день має право на безкоштовну первинну і вторинну правову допомогу? А на сьогоднішній день право на безплатну первичну правову допомогу мають всі ліця, які обращаються к нам в центр. Правом же на безплатну вторичну правову допомогу мають следующие категории ліц. Это, во-первых, малообеспеченные ліця, совокупный доход семьи которой ниже суммы прожиточного минимума, установленного законом Украины. На сегодняшний день эта сумма для трудоспособных лиц исчисляется размером минимальной заработной платы, то есть 1450 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, эта сумма составляет 1130 гривен. Это инвалиды, которые получают пенсию или помощь, которая назначается вместо пенсии, меньше суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных, то есть двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных, на сегодняшний день эта сумма составляет 2230 гривен. Это дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, попечительства, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, которые пострадали вследствие вооруженных конфликтов и военных действий. Это лица, которые были задержаны за административные правонарушения или которые подверглись административному аресту. Это ветераны войны, а также лица, которые подпадают под действие закона Украины о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты. Это лица, которые имеют особые заслуги перед Украиной, среди которых также матери-героини, к примеру.
Это лица, в отношении которых суд рассматривает дело об ограничении гражданской дееспособности, либо о признании лица недееспособных. Это лица, реабилитированные согласно законодательству Украины. Также это лица, которые были задержаны согласно уголовно-процессуального законодательства Украины, а также лица, в отношении которых рассматривается дело о применении мер, принудительных мер психологического характера, психиатрической помощи. Пані Вікторія, розкажіть, як проходив третій етап відбору у конкурсантів бюро правової допомоги в Миколаївській області? Третій етап відбору конкурсантів в бюро правової допомоги в Миколаївській області проходив у нас з 5 по 8 июля включительно. 20 членів конкурсної комісії відбирали 18 претендентів, тобто на должності начальників і замначальників в бюро. Із 82 претендентів заявлених, які пройшли вже два етапи перед цим. В состав членов конкурсной комиссии входили представители Министерства юстиции Украины, Координационного центра по предоставлению правовой помощи, также лидеры гражданских организаций, директор регионального центра Николаевской области по предоставлению вторичной правовой помощи, а также директора местных центров по предоставлению правовой помощи. Также хотелось бы отметить, что конкурс проходил при поддержке украино-канадского проекта «Доступная и качественная правовая помощь в Украине» с помощью Канадского бюро международного образования, финансируемого Міністерством іноземних справ і розвитку Канади. Так, пані Наталя, якими обов'язками будуть наділені бюро правової допомоги? Основною задачею бюро на сьогоднішній момент буде являтися усиление правовой способности территориальных общин. Работники бюро будут предоставлять лицам, которые обращаются к ним, бесплатную первичную правовую помощь, то есть юридические консультации, будут обеспечивать доступ к бесплатной вторичной правовой помощи, то есть прием заявлений, а также будут осуществлять представительство интересов в суде и составление документов процессуального характера, а также обеспечивать доступ к сервисам, к электронным сервисам Министерства юстиции. С 1 сентября 2016 года на территории Николаевской области начнут свою работу 18 бюро в таких регионах: в Оштанке, в Березанке, в Братском, Песелиновом, Воскресенске, в Радевке, Доманевке, Еланце, Казанке, Кривом озере, Новом Буге, Новой Одессе, Ольшанском, Очакове, Снегиревке и Южноукраинске. Этот перечень был утвержден приказом Координационного центра по предоставлению правовой помощи номер 25 от 31 марта 2016 года. Так, дякую вам. Пані Вікторія, які законодавством регулюються, як законодавством регулюється від'їзд дітей за кордон? Выезд ребенка за границу у нас регулируется законодательством Украины. Основной документ – это у нас Конституция Украины, также Гражданским кодексом, Семейным кодексом Украины, также законом о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, и также правилами пересечения государственной границы гражданами Украины. И другие нормативные акты, вот это вот основные из них. Так, добре. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися до нашої студії за телефоном 76-92-42. Ми продовжуємо. Пані Наталя, які документи необхідні для дитини для того, щоб виїхати за кордон? В соответствии с Гражданским кодексом Украины, лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеет право на самостоятельный, свободный выезд за территорию Украины. Дети, лица, не достигшие 16-летнего возраста, имеют право на выезд за границу только с согласия родителей, опекунов, попечителей, усыновителей и в их сопровождении, либо в согласие и при сопровождении лиц, уполномоченных ими, то есть родителями, усыновителями, опекунами и попечителями. Правовым основанием для выезда ребенка за границу является проездной документ ребенка. Для того, чтобы его получить, родителям следует обратиться в органы внутренних дел по месту жительства, то есть в паспортный стол, и подать заявление о том, что они хотят получить данный проездной документ и соответствующий пакет документов.
Бывают такие случаи, когда один из родителей не имеет возможности присутствовать с ребенком на пункте пропуска при пересечении границы ребенка. В таком случае ему необходимо предоставить нотариально заверенное согласие на выезд ребенка за границу, в котором должно быть указано государство, в которое выбывает ребенок, а также временной промежуток, в течение которого ребенок будет находиться за границей. Так, дякую вам. А які особливості або альтернативи можуть бути? Да, возможны такие варианты, когда разрешается выезд лица, не достигшего 16-летнего возраста, в присутствии одного из родителей, либо лица, уполномоченного только одним из родителей, без нотариально заверенного согласия второго из родителей. Это такие случаи, когда отцом или матерью ребенка записан лицо иностранец, либо лицо без гражданства, о чем имеется запись в свидетельстве о рождении ребенка, если данное лицо отсутствует в пункте пропуска. Также в случае, если лицо, с которым пересекает границу ребенок, не достигший 16-летнего возраста, имеет запись в документе, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу о том, о выбытии на постоянное место жительства в другую страну или о взятии на учет в консульском учреждении посольстве Украины за рубежом. Также, если в случае предъявления на границе в пункте пропусках документов, либо нотариально заверенных копий документов, таких как свидетельство о смерти одного из родителей, решение суда о признании одного из родителей недееспособным, решение суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим, решение суда о лишении родительских прав одного из родителей, также решение суда, где будет в результативной части указано, что разрешение лицу, не достигшему 16-летнего возраста, пересечения границы без нотариально заверенного согласия другого из родителей. Также, если границу пересекает мать-одиночка, при которой есть свидетельство о рождении ребенка, где стоит прочерк в графе «отец», либо имеется запись о том, что отец записан со слов матери. То есть в таких случаях матери-одиночки имеют право пересекать границу без нотариально заверенного согласия второго из родителей. Также следует сказать, что есть такие особенности пересечения границы граждан Украины, детей Украины, границы Российской Федерации. В соответствии с соглашением между Украиной и Российской Федерацией о безвизовом режиме между двумя этими странами, лицо, не достигшее 16-летнего возраста, может пересекать границу Российской Федерации, имея при себе проездной документ ребенка, а также, если он не имеет такого документа, имея при себе свидетельство о рождении. Но только если его сопровождают на границе родители, усыновители, либо лица, уполномоченными ими. Для того, чтобы уполномочить кого-либо на выезд ребенка за границу, родителям ребенка следует обратиться в любую госнотариальную контору с заявлением о том, что они дают свое согласие на выезд ребенка за границу. Это нотариально заверенная подпись на этих заявлениях будет являться гарантией пропуска ребенка за границу. Также хотелось бы сказать, что правом на нотариальное заверение подписей владеют консульские учреждения Украины за границей. Так, дякую. А таке питання. Якщо мати з дитиною хоче поїхати відпочити, наприклад, так, за кордон, а вони з батьком розлучені, що потрібно, який пакет документів потрібен для уточнення просто? Дивіться, необходимо при себе иметь проездной документ ребенка, свидетельство о рождении ребенка, а также нотариально заверенное согласие отца ребенка для выезда ребенка за границу. Без такого согласия просто на границе их не пустят. Навіть якщо на відпочинок вони їдять, так? Да, даже если они едут просто отдохнуть. Если отец не хочет давать такое нотариальное соглашение, то мать имеет право обратиться в суд и в судебном порядке выбить такое разрешение.
Так, дякую. Пані Вікторія, за яких обставин необхідно звертатися до суду? Да, ви от почали якраз цей питання піднімати. Тобто при відсутності согласия одного із родителей, да, єдиним вірним рішенням буде вместе з рішенням суда, да, на границі його пред'явити і вивести дитину за границю, там, на відпочинок или так далее. Вот. Чтобы обратиться в суд, мы обращаемся с заявлением, да, истец исковое заявление составляет, в котором указывает причину, то есть поездки, да, цель поездки, также указывает, в какую страну, указывает промежуток, то есть все подтверждается. И, то есть, какими основными доводами, да, основными, как правило, наиболее частыми выездами за границу, это, как правило, первое, это у нас, если родственные отношения, да, то есть проживают родственники какие-то за границей, то необходимо, мы это указываем в исковом заявлении, также мы это подтверждаем документально, то есть, возможно, это документы, подтверждающие родство, и также наряду с этим, то, что мы общались или общаемся, продолжаем общаться с этими родственниками, это может быть там открытки, письма, фотографии совместные, то есть все, что угодно может быть. Второе, то есть основное тоже, по которым выезжают наиболее часто распространенная вывоз ребенка за границу, это может быть, если на лечение, да, профилактическое или необходимо рекомендательное какое-то лечение, то тогда это справка из медицинского учреждения, там ЛОР, то есть как бы терапевт, то есть показания к такой выезд. Либо это может быть поездка с целью расширения кругозора ребенка, поездка там культурная какая-то, также это может быть просто изучение каких-то иностранных языков, подготовка к ребенка к дальнейшей жизни, взрослой жизни. Обязательным моментом указывать в заявлении то, что страна, которая вывозит ребенка, да, родитель тот, он обеспечивает финансово эту поездку, то есть материально. И обязательным первостепенным фактом это то, что поездка осуществляется в интересах ребенка, то есть она у нас законодательство защищает права ребенка, родитель должен согласно Семейного кодекса выполнять свои родительские обязанности, да, то есть не возить в страну, в которой война, да, и так далее, то есть вплоть до такого. Если брать, вот анализировать судебную практику, то наиболее частыми вот формулировка требований звучит не как выезд ребенка за границу, разрешение на выезд, а совместные, то есть требования объединяются, там указывается разрешение на получение проездного документа, вот, и, соответственно, временный выезд ребенка за границу, потому что в большинстве случаев, если родитель против выезда ребенка за границу, он против получения проездного, оформления проездного документа на ребенка. Вот. Ну и чтобы не было вопросов на границе, обязательно в резолютивной части решения должна фигурировать фраза, как удовлетворен иск в полном объеме. Тогда никаких абсолютно вопросов при пересечении границы не возникнет на паспортном контроле. Так, дякую. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми спілкуємось у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, можете зателефонувати до нашої студії за телефоном 76 92 42. Ми продовжуємо. Пані Наталя, які строки розгляду даної категорії справ судами? Гражданско-процессуальное законодательство Украины устанавливает разумный срок рассмотрения гражданских дел. Это около 2 месяца. На время рассмотрения данного дела в суде также и влияют следующие факты. Это обоснованность судебного иска, то есть необходимо истцу доказать, что именно ребенку необходимо этот выезд за границу, как уже Виктория перечисляла. Это может быть лечение, это может быть тренировки, это расширение кругозора. То есть это абсолютно разные причины могут быть. Далее, наличие на стороне истца либо ответчика также само положительным образом влияет на скорейшее рассмотрение данного дела в суде. А также явка истца, ответчика в судебное заседание. Как мы знаем, истцу либо ответчику не обязательно являться в судебное заседание. Они могут написать документ и могут просить суд рассматривать дело без ихнего присутствия как истца, так и ответчика. Но если и истец, и ответчик явились в судебное заседание, то шансы на быстрейшее рассмотрение дела увеличиваются. Также хотелось бы сказать, что положительным образом на рассмотрение данного дела является наличие все-таки квалифицированного специалиста в области права на стороне истца. Это лучше всего, чтобы это был адвокат или грамотный юрист. В таком случае дело будет рассмотрено за 1 либо 2 судебных заседаний. В противном же случае данное дело может затянуться на месяца, что, собственно говоря, негативным образом влияет на само разрешение дела. То есть суд вправе и отказать истцу в выезде ребенка за границу. А что в таком выпадку делать? Ну, в таком случае можно обжаловать в апелляционном порядке, а дальше в кассационном порядке.
Так, дякую вам. Нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, що таке первинна та вторинна правова допомога, куди можна за нею звертатися, і категорія людей, які підходять під цю допомогу. Бесплатная первичная правовая помощь – это предоставление юридических консультаций, это предоставление медиации, это разъяснения любые юридические, а также это составление документов правового характера, любые юридические документы непроцессуального характера, а также это обеспечение доступа к вторичной правовой помощи. Вторичная правовая помощь включает в себе составление документов процессуального характера, представительство интересов лиц в судах, в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, а также перед другими людьми. Для того, чтобы получить бесплатную вторичную правовую помощь, вам необходимо обратиться в Первый Николаевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Мы находимся по адресу: город Николаев, улица Образцова, 4А, дробь 2. По всем интересующим вопросам вы можете позвонить и узнать. 47 20 90, 47 20 91. Мы работаем с понедельника по пятницу с 8 до 5. Также хотелось бы сказать, лица, которые имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь, должны подтвердить свою категорию, которую я уже называла выше. Для этого им необходимо предоставить наш центр документы. Для каждой категории лиц существует определенный перечень данных документов. Например, лица малообеспеченные должны предоставить для подтверждения своей категории такие документы, как паспорт, идентификационный код, справка о составе семьи, форма 3, а также документ о доходах за последние полгода каждого члена семьи. То есть пенсионеры должны предоставить справку из пенсионного фонда. Работающие трудоспособные лица должны предоставить справку о доходах за последние полгода из налоговой службы. Инвалиды, которые получают пенсию либо помощь материальную, которая начисляется вместо пенсии в размере меньше 2 прожиточных минимум для нетрудоспособных, должны предоставить только документы, которые подтверждают эту инвалидность, паспорт, код, это стандартно для всех категорий лиц, а также подтверждение того, что они получают данную сумму, меньше данной называемой суммы. То есть им необходимо тоже обратиться в орган, где они получают пенсию, это либо в пенсионный фонд, либо в фонды социальной защиты, и предоставить пенсию, справку о доходах за последние полгода. Ветераны войны, а также лица, которые подпадают под действие закона о статусе ветеранов войны и гарантии их социальной защиты, должны предоставить всего лишь навсего паспорт, идентификационный код, а также удостоверение участника боевых действий. Либо это удостоверение вдовы ветерана войны, дети ветерана войны. Также это, в принципе, основной перечень лиц, которые обращаются к нам в центр. Что касается детей-сирот, детей, которые пребывают в сложных жизненных ситуациях, если к нам в центр обращается ребенок сам по себе, по своей инициативе, к счастью, такого еще не было ни разу, то нам необходимо к данному делу лично привлекать директора центра, так как ситуация, так скажем, неоднозначная. Тем более в наше время основной категорией граждан, которые к нам обращаются за правовой защитой, являются также участники боевых действий, участники антитеррористических операций. Вскоре готовятся проекты координационным центром по предоставлению правовой помощи, которые расширят перечень лиц, которые будут иметь право на бесплатную вторичную правовую помощь. Это, к примеру, лица тимчасово переміщені особи, як їх ми називаємо, із Луганської, Донецької області, із Автономної Республіки Крим. Тобто, к сожалению, на сьогоднішній день вони не мають права на безплатну вторичну правову допомогу, тільки якщо вони є малообезпеченими лицями. Але в будь-якому випадку вони можуть звертатися до нас в центр, ми їм допоможемо і в составленні документів процесуального характеру, і юридичними консультаціями.
Так, я дякую вам. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пазурчик Вікторією та головним спеціалістом організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Іванюк Наталі. Я Валерія Субботіна, прощаюся з вами, до нових зустрічей.